Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске будет очень интересная Mazda MX-5 с особенной историей. Таких, наверное, на просторах интернета много, но я, честно вам скажу, наверное, один или два раза за рулем сидел. Такой подобной даже нет. Это тоже слипер, сделанный своими руками и очень глобальным восстановлением и с творческим подходом. То есть человек делал все сам, соответственно, сам нам все сейчас расскажет. Костян, привет. Привет. Написал нам, связался, что вы можете тоже сделать. Если кому интересно и кто-то хочет показать свою машину нам, то с радостью примем запрос. А сегодня Mazda. Кость, самое, что всем важно, насколько машина быстрая, какие доработки, почему слипер, почему Mazda, обо всем по порядку. Тут надо, наверное, самых истоков. Во-первых, я когда-то работал в автосервисе, мне, наверное, было лет 18-20, это было как раз, наверное, лет 16-17 назад. Потом ушел в стройку, но как бы душа-то бензиновая осталась, вот. Захотел какую-нибудь интересную машину. Поискал на нашем просторе, на нашего интернета, ничего нет. Хотелось задний привод с блокировочкой, чтобы была с завода, с нормальной внешностью, чтобы, ну, можно было какие-то ловить взгляды. Вот. BMW отвалились, так как нормальная внешность слишком заурядная. Вот, ну, да. Поэтому пал выбор вот на эту машину. Поехал я в Литву. У нас купить было ничего нереально. Купил, она была не бита абсолютно, но ржавая в дрова. То есть лонжеронов не было, передних тоже усилителей не было. То есть вот в таком состоянии решил 3000. Всем интересно, сколько денег, да, стоит? Да. 3000 евро всего лишь отдал. Почему? Можно было найти дешевле, но потому что вот этот обвес, который сейчас мы видим, это родной обвес от турбо-версии Miata. Угу. То есть именно сток, никакого колхоза здесь нет. Это все а пластик. Родной у него мотор получается... Родной мотор 1.8, было два варианта, но есть именно версия Mazda Speed. Она турбо и есть вот точно такой же конфиг, который я себе собрал. И тоже, наверное, от завода у нее сколько мощность получается? По-моему, 1.8 у нас... 1.6 81 киловатт и 1.8, по-моему, 92 киловатт. Да, чуть 92-93, мне тоже кажется, что-то такое, да. Сотни было. В общем, была она сильно непривлекательная, ржавая, в зеленом цвете в таком, мне он не очень нравится, и мне нравился тогда. В общем, приобрел я ее весной. Поездив немножко, решил, ну, надо, наверное, что-то делать. Все-таки не зря же я ее брал, с какими-то целями, задачами. Купил большие тормоза. Это тоже от турбо-версии, от австралийской. 295 миллиметров перед, 305 зад, но на это 10 тонн веса, да, на этот вес... достойная история. Вот. Потом, естественно, нужно было потихоньку добираться до ржавчины. Вот. Ну, думаю, ладно. Перед тем, как добраться до ржавчины, была когда-то у меня мечта, еще работая в автосервисе, вот тогда по молодости. Ну, вот вся вот эта настроечка. Ну, вот интересно же, да, как все это дело работает. И смогу ли я сам? Я копал эти форумы американские и, в общем, накопал. Накопал, что все американцы ездят на мегасквиртах, это типа просто, дешево и так далее. Нашел в Англии мегасквирт, купил китайскую турбину, на тот момент была большая Т3-34 для такого. Ну, я только учился, это первый опыт, грубо говоря. То есть сам? Вот. Все, да, полный, конечно, кульки, все пайпы, все собрал, сварил даунпайп, все сделал. Надо настраивать. Время уже была осень. И я вот всю осень, наверное, там с раннего октября до конца февраля настраивал в режиме вот живой вот этой вот. А чем считывал? Ну, мегасквит подключаем к компу, программа тоже. Ну, я имею в виду, что штекер какой-то, там маздовский какой-то. Нет, мозги это мегасквит. А, все, то я есть, понял. На то тот момент были мозги мегасквит. Уже к компу просто, чтобы напрямую. Да, все, да, да, напрямую к компу. И я строил карты, написал карты, понял, как что работает, на большие форсунки, на еще одни большие форсунки. Форсунок, в общем, у меня целая коробка уже. Ну, потому что они все высоковольтные, это сейчас можно купить Bosch, пойти, да, а я строил по бюджетному варианту. Поэтому все они высоковольтные, там все это дело не очень качественно распрыскивает, действительно нужен правильный подход. Ладно, разобрался с этим, поменял катушки, там понятно, что холодные свечи, там об этом мы уже не говорим. Мотор был на степени сжатия 9,5, родной 1.8. Дул я в него 0,8, ехало это на этой большой турбине как корч. Yeah.
И вот тут вот я попал в ступор. То есть я не хотел Корч, я хотел машину, вот, чтобы так выглядело на каждый день, чтобы жена могла поездить. А там, ну, а как Корч, была в смысле, что, ну, просто, огромная, то есть, турбояма. То есть или валит, или нет. И да, потом мы едем там на третий боком, и это уже как бы меня совсем не привлекало. То есть на здесь колесо большое не засунешь, на 205-м колесе далеко на такой турбине не уехать. Ни одной запчасти старой внизу нет вообще. Все новое, просто полностью. Что-то, правда, реставрировал, но считаю новым, потому что мы все песочили. Ну, конечно, я делал заново украшенный. Да, все, весь на полиуретане внизу. Езжу с катализатором. Потому что, ну, потому что надо. Техосмотр. Прохожу техосмотр. Она сама прошла техосмотр. Хотелось, чтобы дело не пахло, чтобы вот именно вот, ну, это, конечно, и была цель. Потому что когда первая была большая турбина, это был какой-то, ну, такой вот Корч. Не хотелось. Значит, основная история этого мотора, ну, их две на самом деле. Во-первых, я надуваю в степень сжатия 10,5. У меня три режима буста: 0,35, 0,45 и 0,55 бара. Вот, больше, чем 0,55, я уже на 0,6 я слышу детонацию, да, то есть, да, это на 90% бензине, на холодных свечах, но уже немножечко есть. Я не откатываю углы при режиме зажигания, от слова совсем. То есть она откатывает сама стоковые мозги, но у нее диапазон всего 6 градусов, она может откатить и все. Но, тем не менее, то есть у меня есть все датчики, все, что нужно, температура ЕГТ, стихиометрия, естественно, ну, этот. И, собственно, для чего все это сделано и как это работает. Здесь стоит Пакстон. Это регулятор давления топлива, но мембранного типа. Мы здесь ничего не крутим, у него есть мембраны. То есть, что получается? Стоит топливный насос повышенного давления, который может 10 бар надуть, ну, накачать, да, топливный насос. Это специально из Америки заказывал. Они сделаны именно под Миату. Дизеля старые. Поставил вальбровский насос, и он всего 190 литров в минуту, но дело не в этом, не в литрах. Мне здесь литров много не нужно было, а именно высокого давления. То есть, не каждый насос может 10 килограмм топлива накачать. Дальше, значит, эта мембрана у нас подключена к бусту, да, ну, к впускному коллектору, грубо говоря. И она у нас закрывает обратку топливную. В моем варианте я подбирал под соотношение 1 к 8. То есть, если здесь 0,1 бара, то топливо у меня перекрывается на 0,8 бара. Соответственно, 0,2 плюс 1,6 бара. И это все на стоковых форсунках. Проехал я на нем уже 10 тысяч. Ну, скажу, не всегда в режиме овощ, да, то есть наваливаем, конечно. Но все, оно ради этого и строится. Все сдюживает. Большой радиатор, он потребовался, кстати, сразу. Еще на том моем первом проекте температура воды сразу была за 100. С двумя вентиляторами здесь у нас 90, выше не поднимается. Сейчас с этим белым все в порядке. Масло-кулер, но без вентиляторов очень хотелось бы добавить. Сейчас в жаркую погоду, вот в этом году, понял, просто еще не было опыта такого. Вот. Сейчас он просто стоит в обычном варианте, без, то есть просто у нас... Ну, просто под бампером. Просто там, радиатор, да. И, конечно, место не очень удачное, но сверлить мне здесь ничего больше не хочется. Вот. Ну и вторая, наверное, особенность. Первая была — это топливо. И вторая особенность — это у меня отдельное управление распредвалом, то есть фазовращалкой. И чтобы безопасно дуть, это прям опытным путем получилось. Я ездил в наушниках, слушал детонацию. Если я открываю, например, в стоковых значениях распредвал, это примерно 28 градусов там, на 2200 оборотов, где-то так, там 2500, начинается уже детонация на 0,6 бара. Как только я открываю распредвал где-нибудь там, ну, на 35-37 и более градусов, все, то есть никакой детонации нету, и я могу дальше еще дуть, то есть, в принципе, теоретически. Просто там уже дело и в форсунках, но у меня и цели не было. У меня цель была надежность, в первую очередь. Вот. И, соответственно, сейчас у меня стоит где-то 39,5 градусов. Открываю я впускной распредвал где-то на 2000 уже. И с пулицы у меня турбина 2200, у меня уже максимальный буст. Потому что турбинка маленькая, тут как бы, ну, с этим проблемы. Я и хотел получить среднячковую машину, чтобы в средних оборотах она была, ну, более-менее прыткая, шустрая. Поэтому и в степень сжатия 10,5 дул, все-таки эффект КПД выше. Ну, топливо КПД выше. Вот, пробовал ездить на 102-м бензине, хорошо, то есть, но, опять же, из-за того, что заканчиваются форсунки, ну, стоимость топлива тоже сильно высока, из-за того, что заканчиваются форсунки, ну, нет у меня просто в этом смысла. То есть, как бы, все вроде едет и сдюживает, но смысла в этом немного. Ну, вот такие дела. В принципе, какие-то вопросы, может, ты у меня... Напишут все вопросы, пацаны, в комментариях, а мы сейчас прокатимся, и я скажу свои впечатления уже непосредственно за рулем.
Вообще на такой, конкретно на такой машине проходил Need for Speed Underground 2. И это вот одна из моих любимых была. Вот просто на ней все было пройдено, и прямо она мне нравилась. А сейчас тот же Need for Speed, но вживую, но очень кайфово. Ой, как ровно разгоняет вообще. Если бы не пшикало, можно бы подумать, что здесь даже нету и турбо. Ну так ровненько вообще. Я ее делал эластичную. Вообще, то есть вот прям ровно-ровно идет. Мне нравится. Без турболага, да? Я потерял мощности, но зато жена ездит и кайфует. Ну да, вообще никакой дерготни, а просто мега плавно. Угу. Вот у меня тут три режима. И сейчас мы ехали на зимнем. Так, а по деньгам получается пробежаться, ну, то значит, есть 3000 была куплена машина. Да, и все абсолютно вложения полностью 8000. Все вложения допом в плюс 8000. Да. Это в евро получается. Да. Где-то 11000 евро такой проект. А по мощности ты замерял ее? Я ее не замерял. А, даже не замерял. Но есть... Драги, получается 0,100, ты говорил, у тебя 5,8 и 16,2, по-моему, 0,200. 0,200, 16,2, ну неплохо. Но я замерялся плюс 10 температуру, сейчас, конечно, у нас слишком жарко. Да, лето это, конечно, удалось. Мощность поменьше стала. Ну, я уверен, что на стенд поеду, будет между 150 и 170 киловатт. Больше нет. 150. Зато момента, возможно, будет 250-280 смело. За счет распредвала. 250, ты думаешь? Думаю, и будет, да. Но это опять же. Мне кажется, побольше. Совокупность цифр всех интернетовских, американских, то есть те люди, которые делали подобное. Ну, вот, то есть у них такие замеры. Я в ES-рейтинг все хотел бы съездить, но мне все как-то руки доходят. То одно, то другое. Ну и, собственно, здесь такой дикой мощности нет. Еще раз повторюсь, я делал машину эластичную, чтобы было просто приятно кататься и пшикать. А на трек? Не. Я вот подготовился на трек, записался на Best Love ЕЕ, но, к сожалению, отменили по каким-то непонятным причинам. Трасса была не готова. И, в общем, перенесли на другие выходные, когда у меня не было свободного времени. Вот как-то так. Не, ну, как минимум, история интересная, и машина мне вот... Хотелось бы, чтобы она была запоминающей, поэтому вот тоже советовался на форуме, там больше 40 тысяч голосов проголосовало на американском, на английском, на европейском, извините, форуме Miata, да, за этот цвет. Это Candy Apple Red, цвет называется, на стандартной классической серебристой базе, на самом большом педальке, вот и все. То есть... Такой рецепт, абсолютная классика. Я здесь никакого колхоза тюнинга делать не собирался и не хотел. Никаких арок, никаких расширений, ничего. То есть вот именно вот что. Это самое интересное. Максимально. Это вот, ну, как раз как вот к слиперам я и отношу. Машина красивая, выглядит оригинально. Очередной еще один слипер, пересобранный своими руками, Константинова, реально пересобранный, просто в ноль была машина разобрана, пересобрана заново под свои нужды, под свое желание, под свое видение, поэтому это точно достойно уважения, с вас лайки. У кого есть такие Мазды или кто мечтает, пишите, что у вас за Мазда или какую бы хотели купить. Какие-то вопросы, если есть, то Константин вам ответит в комментариях, то есть смело пишите, не стесняйтесь. Ну и, соответственно, у кого есть что на обзор,
тоже можете предлагать из местных ребят, соответственно. Так что вот такая вот Mazda была у нас. Ребята, рулежка у нее просто божественная, реально. То есть, потому что это родстер и полуслик, и всем советую. То есть, пацаны, кто строит... Да, в принципе, мне кажется, по-моему, даже был у Mighty Car Mods эксперимент. Они на Yaris, по-моему, просто полуслик поставили, поехали на трек, и у них там, чуть не плюс 5 секунд с круга. Вот, так что, ну, круто, реально круто. Константину большой респект за такое. Все, и вам большое спасибо. Да, пацаны, все, ставим лайки, подписываемся, ваши комментарии, не забываем вопросики. До свидания.